Дэн, 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 помоги. У меня сейчас жена спит, я хочу сделать приятный сюрприз. Ну, ты знаешь, завтрак постель. У меня ничего нету, помоги. Привет, Миша. А что, если мы сделаем поднос с грифельным покрытием, и на нем можно будет писать мелом? Ты сможешь своей жене писать разные приятные слова? Ты гений! Мы сделаем экспресс-быстрый поднос, чтобы не тратить лишнего времени. Для этого нам потребуется две вот таких красивых черных ручки, 4 рейки разного размера, 50 сантиметров и 25, и вот такое основание из фанеры. Приступим? Приступим. Первым делом мы покрасим его, а потом уже соберем. Скажи, твоя жена какой любит цвет? Каким мы красим? Я не знаю, поэтому давай черно-белый. Неплохой ответ, давай. Красим бортики, набираем немного краски на кисточку и растираем ее по нашим заготовкам. Чем тщательнее и аккуратнее ты покрасишь эту досточку, тем будет красивее поднос. Помни это. Капитан очевидность. Пока они досыхают, мы подготовим наше основание, самое главное и нужная нам часть. То есть мы делаем маленькую доску. Мы делаем маленькую школьную доску, да, Миша, правильно? Нам потребуется такой же вот валик. Маленький. Просто маленький. У нас будет все маленькое. Для маленькой досточки маленький валик и кюветочка. Наливаем сюда краску, а покроем мы досточку в 2-3 слоя, не меньше, чтобы грифельная основа была ровной. Не волнуйся, что у нас на первом слое просветы. Они обязательно закроются на второй, на третий. Будем красить до тех пор, пока не добьемся черной идеальной поверхности. Ты первый слой нанес, и теперь пусть он постоит и просохнет. Нам часа достаточно. Отлично. И готово, мастер. Принимай работу. Ты отлично покрасил. Сейчас пусть она просохнет, а тем временем мы прикрутим к нашим боковинкам вот эти две прекрасных ручки. Но не забудь снять перчатки, потому что в них нельзя работать со сверлильным оборудованием. Понял. Сейчас все будет по красоте. Мы можем уже сравнивать эти две прекрасные половиночки. Сила ручек! Берем стальной клей ПВА и просто склеиваем стороны вместе с нашей грифельной основой. Ты нанес клей, и теперь прикладываем эту половинку к нашей основе. Прикладываем очень ровно и немножко придавим, зафиксируем. Третью мы приклеили, и осталось четвертая. До полного высыхания где-то примерно 12 часов. Угу. Ну, встретимся через 12 часов. Хорошо. Пробуем, понимаем? Конечно, давай. Барабанная дробь. Ладненько. У нас все-таки получилось, у нас она готова. И вот что из этого можно делать и творить. Спасибо тебе большое. Ну, а мы желаем вам что? Доброе утро. Именно. Доброе утро. Ладно.